Всем привет! Сегодня пеку вот такие вот пирожки. Большие, румяные, аппетитные, вкусные. С картофельной и мясной начинкой. И, конечно же, очень вкусное в этих пирожках тесто на закваске. Для опары я откладываю 80 грамм стартера 50% влажности. Добавляю к стартеру 40 миллилитров воды. Сюда же выкладываю 80 грамм пшеничной муки высшего или первого сорта. Сначала все хорошо перемешиваю, а затем перехожу к замесу теста. В результате должен получиться вот такой вот шарик теста. Это и есть наша будущая густая опара 50% влажности. После того, как опара пролежит в миске под закрытой крышкой часов 8-10, она созреет, и на ней можно будет уже замешивать тесто. Обычно опару для хлеба я ставлю на ночь. А к утру она у меня уже вот такая вот, на пике своего созревания, вся пористая, вся в пузырьках газа. Состав ингредиентов для приготовления такой опары из закваски стартера 100% влажности я укажу в описании под видео. Выкладываю опару в дежу тестомеса, добавляю к ней воду. Воду можно заменить молоком, выпечка будет более нежной. Добавляю яйцо. Добавляю растительное масло, у меня оливковое. Растительное масло можно заменить на размягченное сливочное в таком же количестве. Добавляю сахар, соль, просеиваю муку. Замешивать тесто буду в тестомесе минуты 3, вручную понадобится на это времени несколько больше. Вот такое получается тесто. В процессе замеса я его ничем не корректировала. Тесто получается мягкое, эластичное, к рукам совершенно не липнет. Такое тесто даже в руках приятно держать, и выпечка из него получается просто отменная. Выкладываю тесто в миску, немного смазанную растительным маслом. Обязательно его накрываю и оставляю на расстойку часа на 3. Тесто у меня растаивалось чуть больше 3 часов и увеличилось в объеме раза в 3. Выкладываю тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Еще немного его подмешиваю. Затем округляю. Сегодня я решила пирожки делать большие, поэтому делю тесто на 6 равных частей. В этот раз я воспользовалась весами, чтобы каждый кусочек теста у меня был одинакового веса. Иногда я это делаю просто на глаз. Каждый кусочек теста округляю, а затем раскатываю в лепешку диаметром примерно 20 сантиметров. Для начинки я буду использовать мясной фарш. Здесь у меня мясо с луком, перемолотое блендером и немного обжаренное в сковороде. И, естественно, добавлены различные специи по вкусу. Я обычно добавляю кориандр, мускатный орех. А также для начинки я буду использовать картофельный фарш. Здесь у меня картошка, натертая на крупной терке. И также немного обжаренная в сковороде с небольшим количеством растительного масла. Ну и, естественно, добавлены специи – соль, перец, кориандр. В середину теста выкладываю начинку примерно 3 столовые ложки. Закреплять начинаю тесто с середины. Закрепляю тесто небольшими складочками слева направо. Затем разворачиваю тесто и также небольшими складочками закрепляю его с другой стороны. Получается также слева направо. Мне так удобно формовать пирожки. Может быть, кто-то это делает по-другому, у каждого свои методы. В результате получается примерно вот такая вот заготовка. Отправляю ее на противень, покрытый пергаментом. Ну вот таким образом разместила свои заготовки на противне. Удалось разложить все 6 заготовок. Здесь у меня 3 пирожка с мясной начинкой и 3 пирожка с картофельной начинкой. Накрываю заготовки и оставляю на расстойке на 1 час. Перед выпечкой смазываю заготовки яичным желтком, смешанным с небольшим количеством воды.
Даю постоять заготовкам примерно минуту, чтобы желток впитался в тесто, а затем отправляю на выпечку в хорошо разогретую духовку до 180 градусов по Цельсию минут на 20. По времени ориентируйтесь на свою духовку. Если выпечка покрылась вот такой вот красивой, золотисто-коричневатой аппетитной корочкой, значит она должна быть готова. Даю пирожкам совсем немного остыть и перекладываю их на блюдо. Вот такая вот получается красота. Пирожки или мини-пироги называйте кому как нравится. На выбор беру пирожок и режу его пополам. Тесто мягкое, нежное. Пирожок оказался с картофельной начинкой. Вот так он выглядит в разрезе. Тесто хорошо пропеченное, достаточно тонкое. Аромат от этого пирожка просто потрясающий, аж слюнки текут. Мне самой очень понравился размер моих пирожков. Планирую и дальше печь такие же пирожки с различными начинками. Попробуйте, может быть, и вам понравится, так же, как мне и моей семье. Всего вам доброго и до встречи на моем канале!